Привет всем подписчикам канала «Уральская усадьба», а также дачникам, садоводам, огородникам. Сегодня 16 сентября 2017 года. Приступили к монтажу теплицы. Капелька 2,5 м на 4. Но предварительно будем демонтировать теплицу арочную, старую. В общем, сегодня мы смонтировали теплицу капелька 3М, 3 метра ширина, 5 метров длина. Свалена с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Порошковая полимерная краска светло-серого цвета. Фундамент бетон клиента. Пара форточных блоков. Это торец глухой с форточкой. Здесь разрезная дверь, форточка. Поликарбонат 4 мм 0,8 плотности. Оцинкованные отливы. Косень для жесткости. Такие красивые теплицы производит компания «Уральская усадьба». И отзыв клиента о данной теплице. А вы откуда узнали о компании «Уральская усадьба»? От соседки. В прошлом году соседка делала, ей понравилось. Я вот уже посмотрела и решила обратиться в вашу фирму. Вот. Все сделали хорошо, мне все нравится. Спасибо большое. А вот почему вы выбрали именно эту марку теплицы? Ну, почему выбрала? Потому что с нее снег хорошо скатывается. Сквозь арочный он плохо скатывается. И поэтому мы, конечно, все равно приезжаем, скидываем, но здесь будет в основном вокруг теплицы только чистить будем. Сверху он скатывается. А что выращивать будете? А здесь у нас помидоры в этой теплице. И в этом году были хорошие помидоры. Ну, я надеюсь, новая теплица еще лучше будет. Ну, все хорошо, выращивайте. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.